Ну а если ты подпишешься и поставишь лайк, то тогда тебе выпадет новый легендарный боец в игре Brawl Stars. А сейчас реклама. Ну а перед началом хочу посоветовать канал Суперкот БС. Снимает очень круто. Ссылочка на него будет в описании. Ну а всем привет, вы на канале Денплей. И сегодня мы с вами в Brawl Stars, в нашей любимой с вами игре, где появился новый подарочек в магазине. Я уже знаю, что это. Это новый скин Красный Дракон Джесси. 51 день и 20 часов этот скин еще будет в магазине, так что забирайте, ребята, обязательно. Этот скин к нам, можно сказать, прилетел из Китая, потому что если бы не китайцы, то тогда этого скина бы и не было. Можно сказать, китайцы подарили всему миру этот скин. Спасибо вам, китайцы, говорю, благодарю вас. Правда, этот скин не самый крутой, и на Джесси у меня есть летняя Джесси, также я планирую, скажу вам честно, купить за 10 тысяч Джесси, но пока вместе этого не буду делать, так что давайте купим, точнее не купим, а заберем этот скин Красный Дракон Джесси. Не самый хороший скин, как я сказал, обычный просто, обычная модель, точнее поменяли просто модельку, а в игре анимацию осталось той же самой. Ну, забрали, окей, так, давайте теперь зайдем, куда нам зайти? А, в бойцы же надо, да, забрать Джесси, точнее не забрать. Вот такой вот у меня скин есть, и вот так вот выглядит Красный Дракон Джесси. Как видим, добро пожаловать в Китай. Давайте в шедеху скатаем одну каточку, потому что ведь я не хочу делать длинный видосик. Скин всего лишь-то забрали, не самый крутой насыщенный видосик, честно вам скажу. Но скин на самом деле в игре сам выглядит неплохо. Но мне лично этот скин не особо нравится. Ну блин, если бы хотя бы анимацию сделали, но за бесплатно и так сойдет на самом деле. Ну выглядит, конечно, лучше, чем обычная Джесси, но мне пляжная больше нравится, не знаю, как вам. Так, давай, Леончик. Мы будем долго с тобой здесь воевать. Так. Блин, он меня хочет зажать. Ага, фигушки там. На. Попал, да. Пау. Получай, Леончик. Так, Мартяга. Есть, ульт набили. Ульт кидаем. Замораживаем. И просто избиваем этого Леона. Есть. Опа, Мартяга прилетела. Так, блин, он мне стрёмно. Он же сейчас меня может задамажить нормально так. Блин, что мне делать? Так, вон он, мертвечина. Хопа. Ладно. Ай-яй-яй, фу, я испугался, блин. Не, давай, на заморозку. И откинулся мертвечина, мартяга, молодец, слился. Так, давайте, чекаем кустики. Опа, ушель 9-баночная, нифига себе. Скин на самом деле прикольно выглядит, как я сказал, но это не самый лучший скин на Джесси, а мы сливаем с вами катку. Блин, давайте еще одну катку. Не, на самом деле совсем неплохо выглядит. Да, этот скин еще давно был в файлах игры, очень давно, я помню, про этот скин говорили. Ну, думали, что его не будет, но он появился. И нам его дали абсолютно бесплатно. Круто. Теперь Китай врывается в Brawl Stars. Я надеюсь, что с этим Китаем не будет там игра... Ну, короче, как, к примеру, там... В некоторых играх я слышал, когда там запускали релиз в Китае. Ой-ой-ой, блин, ну ё-моё. Надеюсь, затащим, но вряд ли, потому что нужны нормальные тиммейты. Так, Роза, Мортис, как всегда, как обычно, вот эти Мортисы, блин. Сейчас, ребята, я настроюсь, чтобы затащить, потому что надоело перезаписывать еще одну каточку, потому что я сливаю эту Джесси, блин, уже 30 минут этот видос записываю. Вы понимаете? 30 минут этот видос записываю. У меня уже так подгорает. Слава богу, то, что мне повезло на самом деле. Ой-ой-ой-ой. Пошел отсюда, Вася. Вася, уйди.
Текай. Давай, уйди отсюда. На. Молодец. Так. Молодец, молодец. И должны гол забить, пожалуйста. Ну нет, ну почему Мортисы? Ну я не люблю этих Мортисов, которые бесполезны просто в игре, блин. Да ладно, нормальный Мортис, который умеет играть. А так, блин, какой-то тупой попадется, который просто, блин, портит даже игру, бывают такие. Ой, так, у меня мячик. Так, давай, хоп, тычку. Опа, есть, поставил. А, блин, оглушили. Да ну ё-моё, я думал, что поставлю, успею, чтобы... Короче, неважно. Плохая ситуёвина, на самом деле, мы сейчас можем слить. И так и будет, скорее всего. Да. Ой-ой-ой, тупанул, дурачок. А, ну ладно, Мортис, спасибо тебе огромное, братиш, за то, что ты так постарался и затащил эту каточку. А я эту каточку вставлю в видосик, не буду сейчас перезаписывать. А вдруг еще затащим вдвоем? О, проснулся, наверное, уже выспался. Ну, конечно же, тупой, блин, такой тупой этот Мортис, блин. Ну, почему мне такие тупые тиммейты попадаются? Молодец. Ну, ты гля. Ой, хорош, затащил! Он споймал мячик. А, понятно. Ладно, вот такой везучий скин на самом деле, блин, вообще нифига не везучий. Я уже 30 минут сижу этот видосик, вот 5 минуточек, сколько записываю, блин, это жесть. Ладно, встретимся на последней каточке. Снова мы пришли к последней каточке, потому что я хочу вернуть ее на 650, и вот не остановлюсь, пока не апну. Вот я такой вот, да. Ладно, в ШД 4 место всего лишь нужно занять, и, пожалуйста, помогите мне, поставьте лайкосик, подпишитесь на канал, я вас умоляю. Я буду стараться снимать крутые видосики. Так, и следующий видосик по Бравл Пассу, скажу вам сразу, по Бравл Пассу. Закончили мы Бравл Пасс. Ну, это вы увидите в следующем видосике, будет очень интересный. Этот не особо такой прям интересный скин, всего лишь там... Так, там кто? Там 8 бит или кто? Я не заметил, блин. Я ударил по нему, и я не увидел, кто там. Какая-то вроде коробка, да, вроде 8 бит. Вроде 8 бит. Я должен чекать кустики, потому что это очень-очень-очень больно, когда тебя крысит какая-то крыса из кустов. Вон, к примеру, он Леончик выбежал из кустиков. Вон он сидит. Так, блин, Шелли, куда ты подходишь ко мне? Иди отсюда. На тебе, зажимаем ее. Зажимаем. Вот там вот. На. Сидеть, Бобик. Сидеть. Давай, иди сюда. Получи. Ну, давай, выйди немножко сюда, в сторонку. Давай, в сторонку. На тебе. Ульт набит. Есть нормальная баночка возле меня. Сейчас мы можем кого-то убить. К примеру, вот здесь кто-то есть. Да, там ворон, там воробей-разбойник, иди сюда. Давай, помирай, гад такой. Давай, есть. Так, вот тут надо проверить все. Опа, Макс, привет, мистер Макс. Хай-ю-хай. Блин, она же может сейчас на ульте меня нифигово так избить. Есть пятая, уже пятая, ребята, пятая. Неужели я ее вернул? Да, я вернул. Ладно, ну вы подумаете, это же изи. А я вам скажу, блин, я уже, можно сказать, 35 минут сижу, просто этот видосик записываю. Мне, честно, уже не хочется его монтировать. Не, ладно, монтажик будет, ребята, ведь я стараюсь для вас, чтобы вам было приятно здесь смотреть. Так, давай, попробуем первое место занять, но нифига у нас не получится, потому что она под банкой. Фух, наконец-то, ребята, я это сделал. Еще раз говорю то, что скин, как для бесплатного, очень крутой. Но я бы не стал его покупать даже за 30 гемов, потому что у меня есть другие скины. Ну, лично я говорю свою ситуацию. У кого нету, то это очень крутой скин. Советую всем забрать его, не полениться, зайти в магазин и забрать этот скин. Потому что он эксклюзивный. Будет всего лишь 51 день. Ну, а с вами был Денплей, ребята. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.